все-таки зашла в магазин сувениров напротив Бабо Пицца. Он очень красивый. Вот, я не уверена, что... Ну, очень часто спрашивали, где купить искусственные цветы, где продаются всякие интересные, необычные сувенирчики. Вот. Но такого точно нет на ночном рынке. Сувенир. Вот. Что у нас тут? Тут самые разные сувениры. Вон олени, лебеди, кошки, рамочки с кошками и без кошек. Морской конек вот есть такой. Ну, не так много. Грамм 150. Он весит. Сколько он стоит? Ценника я на нем не вижу. Цена 800 тысяч донгов. Стоит вот такой морской конь. Но на рынке я таких не видала. Телефоны интересные. Вот таких телефонов. А из чего он сделан? По крайней мере, ну вещь необычная, это точно. Слоны вот есть. Такие чудесные слоны. По 600 донгов. Такие большой слон, маленький слон, золотой слон. Цыпленок на велосипеде, кошки. За 120 донгов можно купить вот таких вот катающихся божьих коровок. Вот, что тут у нас еще интересного? А это с другой стороны. Ну, это мы часто видим в кафе. Разные там цветочки, вазочки, подушки. Совсем не латекс. Вот, но это не важно. По 150 донгов такие букетики с цветочками. Может, кому-то тоже нужно. Птички толстенькие. 330 донгов. Вот стоит такая птичка. Фарфоровая. 300 донгов с такой, такой шарик с птичкой. Такие вот разные интересные зверюшки, дети. Еще куклы. Еще куклы. Еще куклы. Ой! Что у нас тут? Есть плюшевый шикарный слон. А что делает слон? Ой, у него что-то отвалилось. А, I'm sorry. Ничего. Это отдельный слон. Я вообще не знаю. Наверное, он не продается. Вот. Но симпатичный. Девушки, лебеди. Еще такая девочка с сумкой. Фэшн. Очень модная девушка. Еще различные вот такие вот всякие куклы. Их много и разных. Эйфелева башня. Кто хочет Эйфелеву башню, кто хочет велосипед, кто хочет Статую Свободы. В общем, тут все это есть. Тут еще есть цветочки. Такой букетик цветочков стоит 390 тысяч донгов. Вот. Вот в такой вот вазочке. Такие вот олени. Букеты и много всяких таких вот интересных вещей. Вот такой магазинчик. Thank you so much. Thank you.